Здравствуйте! Доброго всем времени суток! Сегодня я утречком снимала видео про мои очки. И вот, смотрю, на моем канале почти 3000 подписчиков. И как-то вот туда-сюда, то приходят, то уходят, и не может никак дойти вот эта вот цифра до 3000. Осталось там буквально 11 человек. И хотела бы в честь 3000... разыграть конфетку. Конфетка. Ну, вообще я люблю дарить подарки, вы все уже знаете об этом. Если не все, то многие. Нравится мне наблюдать за реакцией, когда вы получаете конфетки, как вы пишете, как вы вообще реагируете. И очень хочется побольше дарить и побольше радовать людей такими приятными сюрпризами. Итак, в честь хорошего настроения и трех подписчиков на канале разыгрывается следующая конфетка. Первая составляющая конфетки — это косметичка от торговой марки Выше Темри КС-25 из кожзама. Вот так вот она выглядит. Вот рисунок. Здесь клубнички. Она черненькая. Кожзам здесь очень качественный. Я ранее делала уже обзоры на подобные косметички. Вернитесь, посмотрите, если интересно, более подробно. Косметичка очень качественная, классная. Вот такая ручка здесь есть. Также здесь прилагается, извините, ключ. Можно вышивать бисером, либо ниточками ДМС. То есть ключик есть, номера бисера, либо номера ниточек ДМС. Вот такая красота с клубничкой. Почему клубничка? Потому что скоро время клубнички. И клубника — это нашего помощника самая любимая ягода. У него все должно быть с клубникой. Все абсолютно. Поэтому вот клубничка. И наборчик для вышивания от торговой марки Анкор. Вот такая вот садовая тележка с цветами. И домик там. То есть этот наборчик вышивается на желание. Домик, чтобы сделать ремонт дома, либо новый домик себе купить. Вот такой вот красивый. Здесь очень интересно, кстати, вышивать этот наборчик. Здесь много бэкстича. Ну, не много, а есть бэкстич. Вот вы видите, тележка и домик. И вот, смотря с чем сравнивать, много. Есть полукрест. Здесь неполная зашивка. Здесь идет вот беленькая канва. Ну, сфокусируйся, потерялся. И вот такие вот ниточки красивые. Посмотрите. И зеленые какие. Здесь Аида 14 в наборчике. Размер картины 19,5 на 16,5 сантиметров. Черно-белая схема. Ниточки Анкор. Кто не знает, в наборчиках Анкор, ниточки Анкор, в принципе, логично. И здесь артикул RCE 947. Вот такой наборчик, вот такая косметичка. И плюс мы сделаем эксклюзивный маячок от помощника и от Натки. То есть у нас конфетка из трех составляющих: косметичка, наборчик и маячок для ножниц или для нити вдевателя. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы получить такую конфетку? Во-первых, обязательно быть подписчиком моего канала. Во-вторых, поставить лайк. В-третьих, поделиться в любых соцсетях этим видео. Любых. Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, где угодно. Поделиться этим видео. Четвертое. Написать в комментариях «Участвую». И все. Больше, в принципе, ничего не нужно. Просто напишите «Участвую», и я уже для себя буду присваивать, согласно тому, как вы записались, порядковый номер. И конфетку мы разыграем. Когда мы разыграем конфетку? Секунду. Сегодня у нас 25-е. Давайте разыграем конфетку 3 мая. 3 мая, это, по-моему, будет среда. Да, это будет среда. Мы разыгрываем конфетку. Всем удачи, жду вас. Не забывайте исполнять условия конфетки.
Всем хорошего настроения. Шустрые иголочки, ровных крестиков. Пока-пока.